Welcome to Halloween Party. Какая интересная вещь. Вчера на стриме я понял, что я не настолько без руки, как мне казалось. Я никогда не использовал кинжалы, либо клинки вихря, потому что не умел ими пользоваться. Ну и, если честно, до сих пор не умею, но вчера мне показалось, что это было круто. И я создал такой неплохой билд, как мне кажется. Сейчас объясню. Давайте поначалу. Так, сюда не смотрите, тут хламник. Безупречный шлем аквилонского пехотинца, нагрудник командира и все остальное тоже пехотинца. Естественно, зарядился полностью бутылками. Из оружия использую клинки вихря, гнев черного Бруэра и травяной чай и пряный окорок. По характеристикам 36 сила, 37 живучесть, 17 выдержка, 17 грузоподъемность. Проворство на семерочку, но это просто остатки остались, я туда кину. Короче, в чем интересная фича? Как с ПВЕ использовать? Это правая кнопка мыши. А вот в ПВП лучше всего использовать левую кнопку мыши. Вчера на стриме я был приятно удивлен, когда я с помощью левой кнопки просто заспамнивал пацанов на месте. Сам удивился. И оказалось, что это очень эффективная ПВП штука. Хуярься не хочу. Единственное, что я, конечно, папки не вставлял, но я думаю, без них будет хорошо, с учетом того, что 630 жизни, 480 брони, фишка на живучесть, а
Это татуировка у меня на силу. В общем, как оно показало себя, вы можете пересмотреть стрим. Можете сразу там промотать на последние полчаса стрима. И увидеть, в принципе, как с ними я борюсь, как с ними пацаны борются. Получается очень эффективно, как по мне. Но на крайняк, если что, есть щит и топор. Вот такая вот комбинация. Как по мне вышло, ну очень ничего. Попытался я в ПВЕ использовать именно левую атаку. Ну, на левой кнопке мыши. Ну, такое. Ну, вы видели, чем это закончилось. Не так уж и плохо, но могло быть и лучше. В общем, наверное, это все, что я хотел сказать. Да, нет? Ну да, вроде да. Все, всем спасибо. И я съебал.